стоят заброшенные жилища, дома, как будто война только что прошла. Там храм обезглавленный, купола нету. Вот сейчас просто снимают на обе стороны, и жилого дома нету. Там сирене все заброшено. Видать, с того времени так и осталось. Потому что их преследовали. Вот. Поэтому сразу не начали снимать. А вначале просто заброшенные, как будто по России ездили, после перестройки. Сажать насажают, снимают урожай, а сами жители переселились туда дальше. Вот сколько уже едем, мы до 50 километров, скажем. И везде картина одна и та же. Ну, конечно, все народы страдают от этого. В общем, сербский народ особенно жалко. Поэтому считаешь, сколько он перестрадал в своей жизни. И вот здесь, ну, я нигде не читал исследования, за что это. Чтобы они сами исследовали это. Просто так это не бывает, потому что мы верующие. Вот сейчас мы пропускной пункт проходили, ну, первые они там подходят. Венгры, и где-то сидит устала. А тут что-то машина там натолкнулась, там полно. И нас сразу пропустили, с улыбкой, головой кивает. Я говорю, а что так? Брат Николай говорит, ну, не часто тут русские машины-то появляются. Да и мы-то все с бородами. Документы у нас с собой с крестом, печать такая. Видно, что они нам рады. А сегодня, брат, вернее, было так. Мы встали, уже недалеко от границы были, в Венгрии. А мы молимся утром, вечером за машиной нас. А с другой стороны-то люди едут, видать. И когда стали молиться, подъехали там мужчина за рулем, женщина рядом. И увидели, что мы кланяемся. И она прям вывернулась вся, и остановились. И попятились, и стали напротив, а куда ехать им не знаю, они остановились прямо. А потом он, брат, пошел, и уже познакомился в другом месте с ними, а оказалось, что он, говорит, немец, а она сербка. И он наоборот, да? Она немка. А она немка. Ну, видимо, православие она принявшая, немка, да, он серб. Вот. И он им визитки дал наши на сайте. А мы-то еще тут не собрались совсем. И она поехала, и прямо из машины уже она сидит за рулем. И покажи вот там вот. И машет рукой, и останавливается. Сиденье. А там уже кто-то есть, появляется машина. Сегодня у нас 14 июня. 2015 года. У нас где-то 170 километров до Белграда осталось. Впереди Бухарест, Сербия и Греция. Продали вчера СМС большое, что у нас заладился навигатор. А без него очень плохо. Вот Белград, 170 километров. Автобус сад. Тут уже надписи считаешь. Заправка, бензин со станции. Ну понятно, бензиновая. Я не совершенно ни шовинист, ни там, ну, совок, там, русофил, а это душа подсказывает, что для нашей братушки родные близкие страдальцы. И о них особо надо молиться. Мы помочь-то, ну чем мы можем-то, сами-то бедные-то. Но мы можем только помочь в исследовании, за что Бог допускает такие страдания. А так как в третьей книге Ездра говорит, Господи, ну почему мы наказаны? Они, вот эти безбожники-то. У нас, говорит, хоть одного ты по пальцам найдешь, кто святые. А у них ни одного нету. Они все попало делают-то. Вот. Вчера я говорю, вот видели мы мусульман-то, как они благочестиво одеты, здесь же ночевали, как они на нас смотрят, как они молились, как они заинтересовались, но мы друг к другу не подошли, чтобы не смутить, да и как-то не дома же мы сидим-то. Но мы открыто молились уже, как они палатку расстелили, да мы это сейчас и сами делали, колено преклоненная молитва, тут они вовсе уже заинтересовались. Благословен Господь. Вот мы въезжаем в эту Сербию. Я столько о ней слышал. Видно, вот, как снимают огороды. Видать, что окон-то нет. Снимать слышно.
все было. Стекло пришлось открыть, но ветер же на ходу. У нас 95 километров, но все равно ветер. Поэтому комментируют, а там не приходится. Кое-что увидеть может быть больше, чем мы сейчас увидели. Мне кажется, что они даже кошеные поля все-таки, а не каждый. Смотрите, там уже кошеные кое-что. Можно собрать, а ночевать-то может быть в другом месте живут. Плохо знает, если меня разговаривают. Ну, проникновение, страдания этому народу, тогда как может не быть, даже если это были бы албанцы вот здесь, мне по-прежнему, как их, так же жалко. Мы все люди, мы все братья по Адаму. Вот Фрушка гора, национальный парк. Вот. Национальный парк, значит, там берегут, зверюшек всяких. А люди в этот национальный парк пришли, может быть, уже не одно столетие назад, живут, их запросто уничтожают. Я видел по интернету, как молодой мусульманин на храме крест ломает, ломает ногами, давит, отломил, сбросил его, сам чуть не упал. Ну, все перед Богом это. Вот так.